Ну что, друзья, Пандосов Иксович на связи. По названию видеоролика вы и так все видите. Поймал двух тоти нападающих в самом начале. Такого, мне кажется, еще не было никогда в моей карьере ютубера, чтобы я именно вот в нападение ловил сразу две тоти карточки. В целом, посмотрите, какая командеха у нас доступна. Девочки, мальчики, кумиры. Просто с ума сойти, какие там карточки у нас выпускаются. Ну, а то и понятно, тоти-ивент. Ну и в целом, если посмотреть глобально, это, наверное, был мой лучший стрим за последнюю 1000 лет. Во-первых, я поймал две тоти-карточки. Во-вторых, мы увидели, как симулятор футбола превратился в хоррор. Мне реально не по себе в моменте стало. Плюс у меня был онлайн выше 4000. Донаты какие-то сумасшедшие летели, как в старые добрые времена. Кантана, гений, Решат, ребята, вы в сердечке. Спасибо, что проспонсировали мои тоти по копинге. Ну и ближайший отдых на море. Спасибо, пацаны. Так что, друзья, присаживайтесь поудобнее. Начальная болтовня подходит к концу. Заваривайте себе кофеек, чаек. Всем, кто ест, приятного аппетита. Это было легендарно, я вам отвечаю. Ну и перед тем, как мы продолжим, друзья, напомню вам о моих спонсорах. Это мои лучшие друзья из компании Пари. У них на сайте вы можете найти спортивные события на любой вкус, начиная от футбола, заканчивая киберспортом. Ну и самое главное, у них новая акция 20-24. По ссылочке в закрепленном комментарии вы можете забрать фрибетик и кайфануть. А если вам нужна, друзья, новая EFC, различные новиночки, подписочки на все, что душе угодно, ссылка на мой личный сайт также будет в описании. Я, знаешь, что хотел перед началом стрима сделать? Посмотреть какую-нибудь нарезку, где фифером падают тоти. Я сегодня такой же буду, надеюсь. Эва не он. Кого он здесь поймал? Мбаппе. Я не помню, какая это фифа, но дизайн у этих тоти карточек, мне кажется, самый пиздатый был. Уху, Джокер! Бразилец. Неймар! Да. Банучи! А, это Донарума. Блядь, Донарума. Кто? Кто это? Пике! И в этот момент где-то на фоне Пандосов Иксович открывает пак и ловит Роналду. Это тот самый стрим, на котором у меня было 20 с хером тысяч онлайна. Бать мне раньше донатили 75 тысяч, нихуя себе. Заказ песни 500 рублей! Слышь, Пандосов Иксович из прошлого, у меня к тебе вопросы. Ебать, еще этот донат, блядь. Молодой, голодный, да. Блядь, вы посмотрите на этот пак, из которого я вытащил тягу силу. Что это за бомжепак, блядь? Просто один редкий предмет там был или что, блядь? Костя Ставр. Это ж в прошлом легендарный фифер. Победитель Кубка Фиферов, между прочим. Хорош. Все, давай, похуй, next. Мэзи! Так, подождите, что я не помню, чтобы Серега ловил Месси. Ой, ебать! Джокер! Нет, это надо в слоумо смотреть, ребята. Ладно, простите, пожалуйста. Хуя ты чавкаешь? Вот нахуя ты чавкаешь и чмокаешь пивом? Тоже захотелось. Надеюсь, тебе приятно было. Ебать, молодой Джокер, а ебать. Чё-то меня разъебало, простите. Нифига себе, реально что ли? Реально что ли? Мне выпало тоти игрок, зуба. Блядь, чувак, тебе быстро выпал, алё. Нахуй тебе тоти игрок, у тебя быстро выпал, алё. О, ебать. Это легендарно тоже было, с Фиником. Ловили Марсела в каком-то паке за 300 фапоинтов. Бля, посмотрите на мое ебало, какой я унылый сижу, бля. Волкаут, пожалуйста. Волкаут, пожалуйста. Волкаут, пожалуйста. Синее. Нормально, блядь? Че за реакция? Я че, ебанулся, что ли? Блядь, че за розовые наушники? Осуждаю. Чё за хаос у меня на фоне? Что это, блядь? Ну ладно, это было легендарно, ребята. Серега такой грустный сидит, блядь. Серега такой грустный сидит.
Найс, блядь, друг, порадоваться, нет бы сказать, блядь, красава, Роналду выловит, сидит, Роналду поймал, ну, понятно. Так, все, ладно, ребята, поехали. Отличный Тотти Покопинг, ребята, магазин недоступен. Чё, 2 минуты прошло, алё, это чё? 2 минуты прошло, смотрите, сколько Тотти карточек уже на рынке, нормально? Так, о, бест. Чё по... А, 2 игровых стиля, ебать, R1 плюс... Ну, блядь, на реализацию чё-нибудь дайте, камон, чё это за говно, блядь? Ебать, что, блядь, нахуй? Что? Ебать! Да что, блядь, блядь, что? Гений, ты кто? Ты кто, гений, блядь, что нахуй? Что нахуй, блядь? Это пиздец какой-то! Ну чё, ребята, это мой первый Тотти. Давайте посмотрим олкаут. Ох, ебать, Team of the Year. Яшин в ахуе, типа, чё я сделаю? Чё я сделаю? Он аж в обморок упал, блядь. Давайте сейчас все применим, чтобы наверняка все сработало. Где лысый? Вот, кстати, да, где лысый, блядь? Что-то лысый съебался куда-то. Пик на героя. Ребята, давайте... Кеслер, кстати, наверное, не так уж и плохо, да? Пандос, привет, впервые на твоем стриме. Скажу, тебе уже упал Тотти? К сожалению, пока что нет. Если ты впервые на моем стриме, зафоллов мой твич-канал. Будет приятно, если ты... О, Тотти! Тотти, Тотти, ребята, он выпал! Она, точнее, она выпала. Ребята, у меня Тотти на стриме. Кто пиздел? Кто пиздел? Кто пиздел? Вот оно, ребята. Вот оно, ребята, блядь. Вот оно, ребята. Тотти, блядь, на стриме. Мы это сделали. Фух, мы увидели это свечение. Мы поймали Тотти. Ну да, наверное, не самый желаемый Тотти. О, продаваемый! Продаваемый! Ебать! Лям сюда. Лямчик. Лямчик сюда. Продаваемая, ребята. Так, ну чё, ребята, поймали первого Тотти, и сразу же Тотти съебалось. Лям 190, я удивлен, что это продаваемый Тотти был, ребят. Продаваемый Тотти, блядь. Вот мы часто шутили о том, что сервера в электрониках работают на картошке. В принципе, мы были недалеки от истины. Вы посмотрите, что начало внезапно происходить с игрой во время Тотти-ивента. Я не знаю, может быть, это был какой-то запланированный ивент под Хэллоуин, я не знаю. Но в моменте игра действительно стала пугать. Игра потемнела, начался дождь, у всех начали искривляться лица. Я просто сидел и ловил зловещую долину от того, что видел. Это действительно было стрёмное дерьмо. Блять, реально игра в хоррор превратилась. Вот посмотрите, что происходит. Что это, блять? Что это происходит? Идет дождь. Игроки превращаются в призраков. У них головы трясутся. Что это за хуйня, блять? Они по трек качают. Все, я все понял. Они просто услышали мою песню Donation Alerts и начали качать по трек. А, я понял, что мне это напоминает. Это напоминает мой дефолтный сон, бля. Вот ты спишь, не можешь подбежать. Смотри, как он бежит, как во сне. Ивент, который мы заслужили, бля. Это скрытый ивент, видимо, да, блядь? Это какой-то скрытый ивент, блядь. У меня Жорзиньо разделся, у него футболка, все, блядь, слетела нахуй. Кто там? Через себя кто-то бьет! Смотрите, кто-то через себя начал бить, блядь. Роналдо, что с тобой стало, блядь? Короче, упражнение 2 раза в день делай, вот это вот, и спина не будет болеть, блядь. Давай, давай, Роналдо, ты сможешь. Подбеги к мячу. Ну, забей. Забей, Криштиан. Блядь, он там... Он там какие-то круговороты делает, блядь. Посмотрите. Что это, блядь? Что это? Бля, как игра это генерирует? Как игра это генерирует? Это пиздец какой-то, ребята, такого я, блядь. Реально, это вот сон, блядь, когда у тебя температура, ты умираешь, болеешь, блядь, у тебя вот примерно такое снится, блядь. Ворот! Ворота! Мяч убежал! Чувак петку бьет до сих пор! Я сейчас с ума сойду, я сейчас с ума сойду. Так, подождите, тут вообще реально забить? Вратарь подбежал! Что? А, я забил? Что? Этот урод, скример, вы видели сзади кто-то? Он вместо меня ударил! Я не могу на это смотреть уже. Ой, блядь, я сейчас умру просто, блядь. Это было эмоционально достаточно, ребята, хочу вам сказать. 183. Ну, здесь должен упасть Тотти. 183, открываем.
О, это кумир. Это кумир. 183 это кумир. Подождите. Мы в slow motion видим пак. В slow motion. В slow motion, блять. Блять, как все медленно, сука. Ну мы подождем, мы подождем. Slow motion, ребята. В slow motion открываем пак, блять. Кто? Кто? Хаби Алонсо? Да иди ты нахуй, Хаби Алонсо, нахуй ты мне нужен, блядь. Блядь, ну что за говно, блядь, 183 открыл, ёбаный рот. Дохуя информов, дохуя рейтинга и дохуя дубликатов, ебать дубликатов насыпало. Просто каждый раз идти в СБЧ, каждый раз засовывать эти рейтинги, заеб... О, Тоти! Тоти! Тоти? Да ладно, Смит! Бля, у меня там... Slow motion открывай, блядь! Бля. В slow motion открываю, блядь. Я вижу. Ты видишь? Америка. Это? Смит. Хорошо. Ребята, второй Тоти. Сосать, блядь, которого. Второй Тоти, блядь. Ебать. Вот это стат. Я хоть на свечение посмотрел. Бля, в таком slow motion еще ебать. Ну что, это в основу получается? Как мне линковать? Так, она стоит 1.5 миллиона, она у меня непродаваемая, в отличие от Кер. Но я не расстроен, как видите. Непродаваемая, ее я не продам. Буду играть за нее, Смит. Прыжки 99, удар головой 91. Это девчонка 1.64 м. О боже, что это, Джефф? Ты видишь вау, это? Вау, это что-то на необыкновенном. Кумир. Это что за флаг? О боже. Ребята, мы это сделали. Собрали Джорджа Беста за 0 рублей. Блин, как это сосно выглядит. Две перки. У него еще пятерочка финты. Уф. А у него пятерочка финты? Премиум набор Тоти, 75 игроков. 80 или выше, бля, ебать, сейчас будет нахуй 900 игроков в этих. В дубликатах. В дубликатах, бля. Так, пак за 2000 поинтов, открываем. Ну, блядь, пизду, я все скипаю, блядь, я даже не хочу на это смотреть, блядь. Ух, сколько игроков, ух, как я рад. Пак за 4500 поинтов. Либо 700 тысяч монет, без плашки, все. Но мы сейчас увидим не Тоти и расстроим. Ну вот, блядь, смотри. Ну вот я и говорю, блядь. Бля, реально, вот что с игрой произошло, что вот все стало в slow motion. Харикейн, блядь. Окей. Ультра наеб, да. Вот это вот пак, самый дорогой пак, блядь. Ебать, что за говно? Ебать, дубликат. Пиздец. Ну, может, в Кафу сейчас все реализуем и еще один пак откроем. Открываем. Может быть, Мбаппе упал. О, Месси, ебать. О. Поймал Месси, ребят, нормально? Название для видоса. Так, Смит у меня уже есть. Давайте Кер возьмем. О, Хави упал. Так, за Хави я поиграю. Хави мне понравилась. Его обычная карточка. Снова и... Вера. О, Вера. Заебись. Вот, блядь, очень хочу эту карточку себе в состав. Да. Ну что, друзья. Вот так вот тот ивент начался у меня грандиознейшим образом. Во-первых, мы продали Кер за лям 200. Теперь у меня на балансе 7 миллионов почти. Плюс мы поймали Смит. И, о боже, ребята, вот я первыми впечатлениями поделюсь. И это просто какая-то фантастика. Ну вот вы просто посмотрите. Это вот первый матч за Смит. Я просто зажимаю R1. Бегу, просто бегу, никого не чувствую. Посмотрите, какая она ловкая, какая она быстрая. Просто навертела всех и гол. Просто, первый матч за Смит. Это второй матч за Смит, также на R1. Посмотрите, как легко она крутит, вертит всех в штрафной. Это фантастика. У нее как будто вот этот вот дриблинг R1 на каком-то невероятнейшем уровне. Я просто ошалел, когда играл за эту карту. Также у нее есть белые три велки. А это значит, что можно вот так вот покрутить, повертеть и на нахер за шиворот закинуть. Короче, карта восторг. У Беста пока что три матча, два ассиста. Если вы в целом хотите отдельный геймплейный видос с Тоти карточками, дайте мне об этом знать. 7000 лайков под этим видеороликом, и в ближайшее время выкачу. Будем тестить арендованных ребят. Ну, вместе с Смит, естественно. Короче, ребята, вот такой вот итог. У меня основной состав выглядит уже каким-то дичайшим образом. У меня на замене Усебио, Далглиш, Роналду, Мартинелли и прочие ребята. Драгба очень крут, но я не знаю, как это все залинковывать, заигрывать. Сейчас я вот Кафу начал себе собирать. Ну и опять же, это был мой лучший стрим за последние 1000 лет. Опять же, невероятный онлайн в 4000, сумасшедшие донаты. Ребята, вы сердечки. Поймал 2 Тоти, актив был просто невероятный. Я действительно снова себя почувствовал популярным, как в старые добрые там времена, когда у меня онлайн был по 20 000. Все, ребята, увидимся в next видосе. Опять же, тест Тоти карточек не за горами. Оставляйте лукасы, классные комментарии, пишите, что вам падает. В телеграм-канал можете скидывать скрины того, что вам падает. А с вами был я, Пандосов Иксович. Всем спасибо за просмотр и чао-какао.